Заехали на обед в американскую забегаловку придорожную. Она называется Денис. Мы все время в них едим. Друзья, заехали в Аризону. 2,99 бензин. Вы представляете? 2,99. Я реку говорю, никогда таких цен не видела. Никогда. Вместо новых ракеток Рик купил вот такую ленту, которая наматывается на ручки, и ракетки не пачкаются, а то в тот раз мы все руки себе испачкали. Но они уже старые, а на самом деле они хорошие, это хорошая фирма Wilson. Они новые, просто от старости ручки стали обсыпаться вот так вот, скажем. И все, замотал, и как новые ракетки. Готовимся к соревнованиям между собой. Будем играть. Друзья, все развешиваю вот так вот на 2 недельки. И так удобно, буду сейчас только пользоваться. Раз, сняла комплект, одела. Раз, сняла комплект, одела. Сняла, одела. Слушайте, этот свитер с брюками. Это я прям сейчас хотела опять одеть. Думаю, ладно, надо хоть поменять одежду. Прям не хочется из него вылазить. Постирала кофту. Она, конечно, и отпарить было, видите. Сразу же поехали. Положила ее в пакет. Так, сегодня вот это одену. Муж сделал сюрприз мне. Не знаю, какой. В общем, только приехали, поедем куда-то. И сапожки одену зимние. Это у нас новый ковер. Потому что, когда заходишь с улицы, тут ноги... Не полностью отряхивается, нужно еще на ковер ступить. Так что это для грязи у нас. Все, сейчас закат начинается, красотища. Слушайте, так тихо. Птицы не поют, люди не ходят, машины не ездят, самолеты не летают. Прямо как будто нету жизни на земле. Сегодня очень, очень тихо. Вот послушайте. Даже птицы не поют. Огород все в таком же виде. Представляете, как классно. Тут ничего не надо стричь, никакую траву. Как уехали, так и приехали. Рик сейчас тут пропылесосил, какую-то листву убрал. И то ее не было. Здесь какая-то пикуля лежала одна. Куст обсыпался, а это все зеленое, красивое. Вообще классно, конечно. Смотрела сейчас списки, кто здесь живет по штатам. Думала, хоть русское имя встречу. Не, не увидела. Похоже, что тут русских вообще нету. Ну, потому что, допустим, имя Оля, Наташа, там Ирина. Все равно бы в глаза бросилась. Наши как-то имена не меняют. Но девчонки, с которыми я знакома, никто не поменял имя. Чтобы там быть Оля, а стать, допустим, Барбара. Все под своими именами. Поэтому большой шанс был увидеть по имени, но, к сожалению, нету. Видимо, я тут одна. Вот одела лук, который собрала еще в Калифорнии. Вот это платьишко так хорошо все скрывает. Бедра, в талии свободненько, длина хорошая. Это Томми Хилфигер. В нашем комьюнити нету наружного освещения. Я не знаю, почему такая темень всегда, когда едешь. Yeah.
Мужчины пришли в основном в гавайских рубахах, вот такой рисунок, потому что это пляжная музыка и музыка серферов. Она всегда на пляжах играет, и знаменитая песня «Маргарита». Nobody's fault. Not yet, but it's early. I don't know the... Друзья, я поехала в магазин закупать продукты. Слушайте, вот это у меня сейчас самый любимый наряд. Вот эти вот бриджи. Майкл Корс, по-моему. И вот этот свитер Томми Хилфигер. Мы же сюда приехали, тут холодно вообще. Как у нас там в Калифорнии, такая же погода. И я Рику сказала, не включай свой обогреватель. Прямо ночью так прохладненько было, мы спали. Мне нравится прохлада. И все, и вот он утром бежал на гольф и не включил это отопление. И я вот тепло одеваюсь, и мне кайфово. В носочках хожу, тапочки у меня здесь теплые. Кофты, халатики. Так, я чуть не помню, я вам показывала или нет. Вот такое вот он заказал. Красоту вот такое место фотографий. Гор, Сан-Франциско. В общем, семейные фотографии. Это наша свадебная. Рик тут с усами. Не могу. Так-то ничего не поменялось. Сын возмужал. Я поправилась на 8 килограмм, наверное, здесь. Я худее была. На 10, наверное, поправилась. Остальные все такие же остались. Рик сбрил усы. Сестра у него похудела немножко. Эта сестра вообще красотка, такая модная, примодная. Вся в брендах всяких ходит. И вот эта фотография. Это с Мексики. Какая-то красочная получилась вообще. Классная. Такая прямо. Такие дети еще маленькие, сейчас уже вообще большие. Так. И вот это потом выкинем. Я сказала, мне не нравится, хоть он поставил аппаратуру сюда. Слушаем ее вечерами. Так, воду надо взять. Но мне этот шкаф вообще не нравится. Вроде бы функциональный. Короче, не знаю. Посмотрим. Так-то, видите, он подходит ко всему. Все в цвете. В каком надо. Так, потом в холодильнике пустота у нас. Сейчас посмотрю. Все надо покупать. Абсолютно все. Вчера голодные такие после концерта-то пришли. Есть нечего, Рик какое-то печенье нашел. Готовить ничего не стали. В общем, погрызли, что было. Я орехи вон достала. Орехи поела. Яблоко с сыром. Сыр надо купить сегодня. Фрукты. В общем, все куплю, что попадется на глаза. Так, ладно, потом пакет уберу. Это моя комната, если вы не забыли. Моя любимая комната сюда. Вот эту картину привезли. Велосипед мой любимый. Хотела в Сан-Франциско еще что-то повесить. Ну, потом, может, повешу. Не знаю. На улице сегодня прекрасно, но прохладно. Очень прохладно. Так, ладно, я поехала. Друзья, все наряды, которые я показываю в видео, все эти вещи были в нашем магазине. Если вы хотите что-то приобрести, пожалуйста, переходите по ссылочке в верхнем углу, я в синем кружочке. Выставляем вещи 2 раза в неделю новые. Поэтому, может быть, вам что-то понравится из американских вещичек.